Сегодня свой 15-летний юбилей отмечает республиканская школа Жас-Улан имени генерала армии Халыка Харманеса Гадата Нурмагомбетова. 4 ноября 1999 года ее открывал лично президент страны. За это время из стен единственного в республике военного учебного заведения, обучающего воспитанников с 7 по 11 классы, выпустилось более 500 уланов. В праздничную дату здесь приняли присягу еще 115 мальчишек. Теперь им предстоит изучать самую главную военную науку – любовь к родному отечеству. Наряду с привычными школьными предметами, жасулановцы будут осваивать и чисто военные дисциплины – основы связи, строевую подготовку, уставы и общую воинскую тактику. Здесь же им преподают и азы летного ремесла. Всего в школе учатся свыше 450 ребят. Я с детства хотела стать военным, но на сегодня моя мечта сбылась. Мой папа военный и дядя военный, они являются для меня примером. Я хотела бы стать как генерал армии Халыка Харманы Сагадат Кожахметович Нурмагомбетов. Наши уланы достигли уровня командиров батальонов, заместителей командира батальона по воспитательной работе, начальников штабов батальонов. Это самый высокий уровень, который в настоящее время, ну и в других силовых структурах.